Ребят, всем привет! Вы на канале Частный дом. Сейчас я показываю, вот, ребята, чаша 2х3, сделанная из полистирол-бетона. Сейчас, ребята, ну, делаем мы, получается, в гараже. Вот мы ее, получается, подняли. Это, ребята, коммерческий проект. Там у меня есть видео, как я его делаю, все этапы строительства этой чаши. Эта чаша вообще, ну, вообще аналогов нету, поэтому, то есть я уже, получается, третий год непосредственно работаю, то есть я делал первые две чаши, это третья чаша. Вот эта чаша уже непосредственно все, уже окончательная. Она уже, ребята, точно уже все нагрузки выдержит, все выдержит прямо. И в черновом варианте она, ребята, водонепроницаемая чаша. То есть сейчас осталось мне ее доделать, затереть ее. И я потом уже буду воду заливать. Вот прямо в черновом варианте. Потом эта чаша, ребята, будет обклеиваться мозаикой. Мозаика обклеиваться. Ну, вот эти все, как сказать, с водопадом сделаю. Водопад тоже будет здесь сделан. В общем, вот такие вот дела. В общем, ребята, кому это интересно, допустим, да, вы можете мне написать в комментариях, я непосредственно потом буду давать ссылку на то, как я ее делаю. Но это, ребята, это видео платное будет, так как вообще никто не делал, и это коммерческий проект, который потом можно потом продавать, эти чашки прямо делая их, получается, в гараже, в помещении, и потом сразу же на продажу. Она уже все транспортировки все выдержит уже. В общем, вот такие вот дела. Ладно, ребята, всем пока.